Вот это действительно крепкий орешек. Макадамия. Без специального ключика не открыть. Ну, можно, конечно, ножичком, но очень твердая скорлупа. Самый дорогой орех в мире. Полезные масла, жиры в нем, клетчатка. В общем, орешек то, что надо. Несколько орешков в день дают прилив энергии, обеспечивают организм полезными веществами, жирами. Мозг это как масло, такой кусочек, кусок масла. Ну, то есть нуждается в жирах мозг. Ну и вот орехи в помощь. Ну тут, скорее всего, орех подслащен чуть-чуть, потому что избыточно сладкий. Но вкусный, ох, вкусный. Ключиком таким открывается. Где-то ключик потерялся, найду. Вот этот скрыт ножом. Ключиком удобно, раз так открываешь, употребляешь. Вкуснятина.